Заходи! Лили, где ты? Я пришел! Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, к которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне. О Мёбиусе. Вот почему я пришла. Себастьян? Ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это... Мёбиус всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши! Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний, слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для...
Неужели? Где я? Папа! Что? Папа! Скорей! Иду, Лили! Папа! Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет, я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Всем машинам, 11.99, срочный код 3, больница моя. Себастьян, ты слышишь меня? Кидман? Что здесь? Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний. Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связать. Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Проектор для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? Значит, снова туда, в зазеркалье. Что там такое, Лили? У куклы голова оторвалась. Ничего страшного. Мама все исправит. У нее золотые руки. Ну-ка. Себастьян, что с тобой? Все в порядке? У меня прекрасная семья, чудесная жена, умница и красавица. Конечно, у меня все в порядке. Обними меня, Мира.
Ты слишком много работаешь. У тебя уже голова кругом идет. А ты не заболеваешь у меня? Я вообще по адресу? Что за... Что за черт? Это же... Он же из поисковой группы. Бейкер. Кто-то хотел перекрыть выход наружу. Или внутрь. Садисты. Тот, кто это сделал, явно наслаждался процессом. Командир группы. Одна пуля прямо в голову.